пословица «Кому война, кому мать родна», она распространяется на нашего брата и именно на вашего брата, на фото журналиста. Я думаю, что это зависит от человека исключительно. На меня нет, а на кого-то, да. Кто-то на это подсаживается. Угу. Я сумела не подсесть. А вы не адреналинщица, нет? Вот вы или как? Как? Ну, знаете, я, может, в жизни адреналинщица. Я вот всегда хожу по Бровке, по Ребрику. Угу. Я говорю по Ребрику, потому что я... Да, я знаю, что Ленинградка. Да. Вот это, мне кажется, гораздо больше адреналин. Угу. Когда мимо мчатся машины, и кто угодно может заехать на тротуар, да, допустим. Потом, я думаю, что вся моя жизнь – это достаточный адреналин. Но так, чтобы подсесть на войну только потому, что это война? Нет, мне это неинтересно. Я ненавижу это.